Эльдар Гимадиев, Татарстан Репаблик, Казань. Здравствуйте всем участникам, жюри и гостям фестиваля. Рад присутствовать на таком классном мероприятии. Я из Татарстана, я татарин. Наши народы также играли на варгане. У нас называют этот инструмент кубыс. В советское время этот инструмент запрещали, поэтому он был утрачен. Наши прабабушки, прадедушки и прапрабабушки играли активно на этом инструменте. В основном это было на праздниках, для веселья, для задора, после сбора урожая, после сенокоса. Вот. Поэтому моя душа лежит к этому инструменту с танцевальной точки зрения. Я тоже люблю играть задорные мелодии, и также привлекаю молодежь к этому делу с точки зрения уже современной культуры, смешивая этот инструмент с современными стилями электронной музыки, и таким образом молодежь подтягивается к этому искусству и открывает в процессе уже и медитативные свойства этого инструмента. Как известно, этот инструмент многогранен и дарит людям духовный рост. И таким образом молодежь может повысить свои вибрации. Ну что ж, моя первая композиция содержит традиционные мотивы, также классическое произведение Вивальди «Весна», и посвящена весенним вибрациям и танцевальным мелодиям татар. Следующая композиция уже носит такой современный характер. Послушаем, погрузимся в танцевальные ритмы.
Ильдар Гимадиев, Татарстан, Республика Казань.